романс Аловникова «Прелюдия Шостаковича», Павана Караева и полонез Радивилла. Этот творческий вечер «Пять ступеней к мастерству» ансамбля «Канифольки» посвящен первому юбилею. Ровно 5 лет назад руководитель и учитель по классу скрипки Светлана Ефимук соединила звучание 9 инструментов воедино. В ансамбле дети, они как бы больше имеют развитие, даже потом играть сольно. Они лучше слышат, они лучше интонируют, лучше чувствуют себя на сцене потом, когда они исполняют сольные произведения, потому что им это очень много помогает. Ульяна Савицкая играет в «Канифольке» с самого основания. В свои 13 девочка уже успела сделать осознанный выбор. В следующем году скрипачка поступает в колледж искусств имени Охремчика, а после того, как получит диплом, планирует стать педагогом. Ульяна отмечает, чтобы выучить произведение, нужно около 2 недель. Главное – разобрать ноты и лиги. За все эти годы я как-то прокачивала свой талант и занималась все лучше и лучше. Очень заметно то, что поменялся навык. Я играла там простого петушка из 3 нот, а сейчас могу сыграть что-то достойное. Концерт там на 4 листа. В репертуаре ансамбля скрипачей классическая, современная, эстрадная и зарубежная музыка. Начинали «Канифольки» с польки-шнитки, а уже сегодня с легкостью играют «Аве Марию» Качини и «Экспромт» Дербенко. Недавно мастерство звучания струн маэстро подтвердили на международном конкурсе «Зорные кветки». Ансамбль стал лауреатом первой степени. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.